Материал, он, конечно, более современный. Сама плита сделанная, она уже сделана с разуклонкой, что для кровли крайне важно. Потом важно, что этот материал выдерживает там поступь человека, да, кровельщик, когда работает, он не вредит этому материалу. Плиты изоляции выдерживают нагрузку в 12 тонн на квадратный метр. При этом они достаточно легкие. Один кубометр весит всего 30 килограммов. Теплопроводность даже ниже, чем у воздуха, что позволяет существенно сократить толщину утеплителя. При воздействии огня материал длительное время выдерживает температуру в 1200 градусов. Материал не поддерживает горение. То есть при воздействии огня происходит выгорание небольшого участка полимеров, который там находится, с образованием негорючей коксующейся структуры, которая блокирует дальнейшее распространение пламени. Поэтому он не только теплый, но еще и безопасный материал. Изоцианат и полиол – основные химические вещества для производства пены. Главное – правильно смешать все ингредиенты. Сначала в динамическом миксере соединяют полиол, стабилизаторы и катализаторы. Перед подачей на конвейер в готовую смесь добавляют изоцианат. Происходит процесс вспенивания, после чего пена попадает в двухленточный конвейер, где пена приобретает те геометрические размеры, которые мы задали плите. Одна из главнейших реакций – реакция тримеризации, в которой изоцианат вступает в реакцию сам с собой и образует жесткую структуру самой пены. Пена по своей структуре напоминает соты, состоит из множества закрытых ячеек, заполненных перманентным газом. Благодаря этому материал удерживает тепло и не пропускает влагу. Сейчас производственная линия загружена на 18%. Максимальная мощность – 30 миллионов квадратных метров теплоизоляции в год. Первый год, конечно же, это нереально загрузить производство полностью, но мы надеемся в течение ближайших 30-40 месяцев, то в течение 3 лет, выйти на полную загрузку. Основной рынок, конечно, центральный федеральный округ, но мы надеемся, что продукт будет востребован, в том числе и в Сибири. Также мы надеемся на экспорт этого продукции в страны СНГ. На строительство завода в Рязани ушло 2 года и 1 миллиард 700 миллионов рублей. Производственная линия позволяет менять толщину плит от 10 миллиметров до 200. Прослужит такая изоляция как минимум четверть века.